Друзья, привет! Я Юлий Максимчук, и в нашей программе мы продолжаем раскладывать на лопатки подержанные автомобили, внимательно изучая и оценивая их потребительские качества. Гость нашей сегодняшней программы – практически универсальный солдат, который позволяет себя уверенно чувствовать как на шоссейных дорогах, так и за их пределами. С умом ездить по лесным и проселочным дорожкам, а также штурмовать высокие городские бордюры. Думаете, это очередной какой-то кроссовер? Совсем нет. Это легковушка с увеличенным клиренсом. Suzuki SX4 первого поколения, который выпускался с 2006 и по 2014 год. Сегодня мы выясним, какие же сюрпризы смогут преподнести поддержанные его экземпляры. Многие наши автомобилисты ассоциируют Suzuki SX4 с пятидверным хэтчбеком. И только более продвинутые знают, что помимо этой версии существует еще и модификация с классическим кузовом седан. Правда, последняя получила в Украине заметно меньшую популярность, чем хэтчбеки. Несмотря на компактные размеры, хэтч SX4 отличается неплохой безопасностью. В его активе 4 звезды из максимальных 5, полученных по результатам краш-тестов Euro NCAP 2006 года. Большинство SX4, колесящих по украинским дорогам, были завезены официально дилерами и представлены в трех модификациях с одним типом двигателя – бензиновым, объем 1.6. Базовая версия GL – только переднеприводная. Более дорогая GLX тоже с моноприводом. А вот самая нафаршированная GLX, но уже с полным приводом. Все седаны были выпущены исключительно в Японии. А вот хэтчбеки могли быть как японской, так и венгерской сборки. Помимо этого, на нашем рынке есть также американцы и арабы, которые попали к нам стараниями серых дилеров. Правда, встречаются они куда реже официалов. Все серяки оснащены более мощным 2-литровым мотором. Как правило, американские версии укомплектованы очень богато. А вот гости из восточных стран, наоборот, отличаются более простым оснащением. В 2010 году была проведена модернизация модели. Дизайнеры подретушировали переднюю часть автомобиля. В салоне появились новые материалы обшивки. Задние барабанники заменены на дисковые механизмы. А вот автомат стал доступен и для версий с полным приводом. Замечаний к коррозионной стойкости SX4 у отечественных специалистов нет, равно как и к состоянию прочих кузовных деталей. По своему размеру багажник хэтчбека средний по сравнению с конкурентами. Его объем составляет 270 литров, против, к примеру, 280 литров у Volkswagen Cross Polo и 251 литр у Nissan Juke. А вот у седана грузовой отсек вместительнее, чем у хэтча – целых 515 литров. Впрочем, при необходимости в обоих версиях SX4 багажник можно увеличить, сложив заднее сиденье. Оформление салона SX4, как, впрочем, и его дружелюбная внешность, создает позитивное настроение. Ключевым элементом дизайна интерьера являются круглые детали. Колодцы приборов, воздуходувы, управление климатом, окантовка селектора коробки передач и другие. Посадка на передних сиденьях SX4 высокая. Обшивка кресел отличается неплохой износостойкостью. Пластик отделки жесткий, но при этом в целом не скрипучий. Посторонние звуки могут создавать разве что пластиковые вставки под А-образными стойками. Кстати, эти же стойки ухудшают видимость при боковых маневрах. Поэтому водителям нужно приноравливаться, заглядывая в маленькое окошко, а также по обе стороны от него. При этом лопухи наружных зеркал большие, и через них видно хорошо и много. Кстати, на старых автомобилях передние стекла в опущенном состоянии могут немного постукивать. Посадка на задних сиденьях также достаточно высокая. Запаса места для ног
хватит, в принципе, и высоким людям. При этом по ширине троим взрослым сидеть будет тесновато. Около 70% SX4, колесящих по нашим дорогам, имеют привод на переднюю ось. Фирменный полный привод встречается реже. И на дорестайлинговых автомобилях до 2010 года он применялся только в паре с механической коробкой передач. За подключение заднего моста отвечает электронно управляемая муфта, которая в режиме авто задействует задние колеса при пробуксовке передних. Для преодоления сложного участка дороги муфту можно заблокировать принудительно, это режим лок. При превышении скорости более 65 км в час трансмиссия самостоятельно переходит в режим авто, а при перегреве муфты в моноприводной. В режиме 2VD также рекомендуется ездить по сухой и твердой дороге. По отзывам владельцев, SX4 с полным приводом, как и многие паркетники, вполне уверенно сможет преодолеть участок заснеженной или песчаной дороги, но бездорожье на нем лучше не покорять. Замечаний к надежности межосевой муфты полноприводных версий у отечественных специалистов нет. При этом крестовины карданного вала к 100 тысячам километров могут износиться, а это проявляется в характерном хрусте при начале движения и переключениях передач. В оригинале крестовины поставляются только в сборе с карданом, хотя специализированные мастерские научились реставрировать эти узлы. А вот среди коробок передач, применявшихся на SX4, присутствует дружественный паритет. У нас на рынке легко найти версии как с автоматом, так и с механикой. Как показал опыт эксплуатации, оба агрегата зарекомендовали себя вполне надежными и характерных неполадок в них выявлено не было. Согласно заводским рекомендациям, масло в механике меняется каждые 45 тысяч километров. А вот в автомате эту процедуру приходится делать куда реже. Каждые 160 тысяч километров. Все SX4 оснащены бензиновыми моторами, а версии с экономичными дизельными агрегатами у нас на рынке отсутствуют. Наибольшее распространение получили бензинки объемом 1,6 литра. А вот версии с агрегатом 2 литра встречаются куда реже. Они были завезены к нам стараниями серых дилеров из Америки и восточных стран. На практике более надежным зарекомендовал себя моторчик меньшего объема. Как в нашем конкретном случае. Этот SX4 как раз и оснащен двигателем объем 1,6 литра. А вот двухлитровому мотору присущи те же проблемы, что и на Suzuki Grand Vitara, оснащенных этим агрегатом. Неполадки с гидронатяжителем и цепью ГРМ. Так, при несвоевременной замене масла свыше 10 тысяч километров, а также применении некачественной смазки, сначала приходит в негодность гидронатяжитель, а затем вытягивается цепь ГРМ. При этом цепной привод ГРМ мотора 1,6 литров служит без проблем. Тоже можно сказать и о фирменной системе изменения фаз газораспределения VVTi и сдвоенных катушках зажигания на каждую из пары цилиндров. В двухлитровом агрегате VVTi нет и применяются также вполне надежные индивидуальные катушки. Головки блока цилиндров всех двигателей SX4 не оснащены гидрокомпенсаторами. И согласно заводским требованиям, каждые 40 тысяч километров в них необходимо контролировать тепловые зазоры клапанов. Хотя на практике клапана не всегда приходится регулировать и при пробеге в 100 тысяч километров. Хотя есть у этих двигателей и одна общая черта, хотя отнюдь не положительная. Это проблемы с генератором. Они, как правило, возникают у тех автомобилистов, которые все же редко пользуются автомобилем, чаще ходят, чем на них ездят. Дело в том, что генератор установлен в задней части двигателя и плохо продувается. Как следствие, со временем в него набивается пыль, и при перепадах температур она может наглухо заблокировать ротор. При этом генератор заклинивает, а приводной ремень начинает проскальзывать по шкиву, создавая громкий и неприятный писк. В большинстве случаев болячка лечится чисткой генератора. На наших дорогах подвеска SX4 зарекомендовала себя вполне живучей. Чаще всего спустя 60 тысяч километров придется менять втулки стабилизатора.
При этом задние сайлентблоки передних рычагов способны выдержать до 100 тысяч километров, стабилизаторные стойки около 150, а передние сайлентблоки рычагов и шаровые опоры способны продержаться до 200 тысяч километров. Фирменные детали поставляются в сборе с рычагами, хотя в неоригинале их можно подыскать отдельно, но при этом может немного пострадать их долговечность. Хотя по большому счету это зависит от качества примененных деталей. На дорестайлинговых версиях до 2010 года венгерской сборки надежностью не отличались задние амортизаторы. Они могли прийти в негодность даже при небольших пробегах. Впрочем, на сегодняшний день проблемные узлы уже были заменены по гарантии. В остальном же Zadok SX4 механики называют вечным. Реечное рулевое управление на SX4 с моторчиком 1.6 оснащено электрическим усилителем. А вот на двухлитровых версиях с полным приводом – гидроусилителем. На практике последний зарекомендовал себя беспроблемным. А вот в версиях с электрическим усилителем, выпущенным до 2008 года, были отмечены преждевременные выходы из строя втулки рулевой рейки, что проявляется характерным стуком при движении по неровностям. А вот остальные расходники рулевого на всех версиях способны прослужить очень долго. Так, например, рулевые тяги выхаживают не меньше 150 тысяч километров, а наконечники еще дольше. Ходовая SX4 сбитая и неплохо справляется с большинством неровностей наших дорог. Хотя в большей части это, конечно, касается хэтчбеков, оснащенных более высокопрофильными шинами 205 на 60 R16. Вместе с тем, некоторые владельцы умудряются для еще большего комфорта ставить резину еще выше 215 на 60 R16. Уверенной езде способствует также высокий дорожный просвет, как у заправских кроссоверов – 190 мм. При этом у седанов он заметно ниже – всего 160. Тормозная система всех SX оснащена передними дисковыми вентилями и задними барабанниками. Характерное замечание, которое часто можно услышать от владельцев SX4 – это писк передних колодок при торможении. Покупку SX4 можно порекомендовать горожанам, которым часто приходится искать место на парковках, на улицах загруженных мегаполисов, при этом нередко штурмуя высокие бордюры, а также людям, которые любят после тяжелых трудовых будней отдохнуть на природе или же отправиться на дачу, где нет шоссейных дорог. Со всеми этими условностями SX4 справляется вполне уверенно. Хотя ввиду компактных размеров, это больше касается более массовых хэтчбеков, они не подходят для дальних поездок. Не менее важное достоинство модели, как показал опыт эксплуатации, она зарекомендовала себя вполне надежной. На вторичном рынке стоимость подержанных SX4 в зависимости от года выпуска, технического состояния и денежных аппетитов их владельцев колеблется от 6800 долларов до 13,5. Если подержанный автомобиль вас заинтересовал, то более подробную информацию о SX4 вы можете почитать в журнале «Автоцентр» или же на нашем интернет-сайте. Пока, до скорых встреч с другими не менее интересными автомобилями.